отец мне готовил лошадей. Я с 8 лет участвовал в скачках до 14-15 лет. Да, ничего сложного, мы уже привыкли же. Семьи же, дети же понимают. Потому что надо же кормить, обувать, одевать. У нас работа такая. Вот на этом и живем. Он тот часто баштагам айдап. Эми он тот часто биринчи жолу айдаганда аябай кыйналгам. Уйку келеткен, чарчагам. Ыйлаган күндөр да болот. Ошо ошентип ошентип көнүп кеттик баарына. Ну, завтра крутые подъемы будут больше. Завтра сложнее будет, в принципе, до туннеля. А после туннеля уже легче намного будет. По асфальту, когда идут, она обтирает и камни задевать начинает, и он хромать начинает. Может нарыв пойти, копыта упасть у жеребенка, выпасть. А это уже все? А это уже все гангрена. Дай вас. Омойда ойлайт. Көргөндөн кени жөн эле бир атты минип кетип барат, сейилдеп кетип барат деген адам деле сезилет да. Мындай жөнөкөй жаргандарга. Ал эми ошону баарын түгөлдөп айдап бараткан адамга ал оңой нерсе эмес да. Өтө татаал. И за это в окружную мы 13 часов потеряли.